дорогие друзья, с вами снова гостями Сына Чарли, и мы продолжаем с вами проходить средневековый город наш Авалон, наша такая небольшая маленькая империя, которую мы с вами создали несколько серий тому назад. И с нашей королевой мы сейчас продолжаем ее возрождать. Итак, дорогие друзья, анализируем сейчас то, что вот у нас имеется. Очень высокий уровень просвещения, это здорово. Культура у нас упала, стоит на месте, я бы так сказала, культура и безопасность. Нам нужно повышать культуру с безопасностью. Для этого безопасность нам улучшит казармы, да? Или же... Так, что мы можем еще с вами? Беседка смотрящего. Давайте тогда сейчас сделаем казармы с мебелью. И, конечно же, создадим... Рыцаря, дорогие друзья, сегодня будет очень интересная серия. Рыцарь, конечно же, у нас будет мужчина. Очень явно красивый какой-нибудь мужчина. Да. Давайте с вами попробуем его создать. Женщинам, само собой, может быть, это отчасти интересно, но... Ну, не делать же совсем такую женскую империю, да? Поэтому, дорогие друзья, у нас должен быть мужчина, рыцарь. Отлично. Ну что ж. Начнем создание нового персонажа, рыцаря. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами создали принца на белом коне. Ой, конечно же нет, рыцарь на белом коне. В общем, блин, рыцаря мы с вами создали. Ну, да, прекрасного такого рыцаря, очаровательного. Сразу скажу, что возникли небольшие каусы, я потом это поняла, честно говоря. Вы, наверное, могли заметить, что прическа та же самая, которая была у торговца. Ну, это неправильно, значит, мы у торговца поменяем. Вот, и немножко одежда. Ну, я люблю вот плащи, вот, ну, не знаю, мне нравится плащ. Вот я, да вообще нравится вот этот костюм, этот набор. Вот, поэтому, ну, если что, вам не понравится, вы выскажите. Может быть, я возьму первый, это где кольчуга, то есть там вот накидка. Все вместе, такой явно рыцарский набор. А это все-таки более такой а-ля принц. Ну ладно, дорогие друзья, в общем, высказывайте все в комментариях, пишите. Вот, мало ли, Аня тут что-то напортачила. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами создали принца. Да, сэр Адриан. Какая прелесть. У него доход есть, в конце концов, за то, что он есть. У него есть доход, это здорово. Ага.
Требуется здание для героев в королевстве не менее 5. Обмен баллов? Ой, я так уже не помню. Ну ладно. Ладно, дорогие друзья. Ну что ж, нам нужно выбрать задание. А то я тут болтаю, и многим это не нравится, они слишком, да, много болтают. Ну что ж, давайте выберем задание. Пропавший ребенок. Ага, вот что значит. Столь низкий показатель может привести к беспорядкам в королевстве Авалон. А показатель чего, простите? Жизни. Давайте разберемся. Нам нужно мудро выбирать с вами задание. Потому как баллы. Вот, доступные баллы. Наверное, это баллы с задания, или как вот, я не знаю, переводятся. В общем, 46. Всего там 50 или сколько там было, в общем, в начале, да? И мы должны с вами разумно их тратить, потому как по истечению 40, ну, 50 вот этих баллов у нас заканчивается вообще игра. И будет, конечно, прискорбно, если мы с вами за этот промежуток времени не пройдем какого-то большого, такого грандиозного, толкового задания. Госпожа Удача. Посетить праздник удачи. Давайте будем с вами повышать. Да, все правильно. Столь низкий показатель может привести к беспорядку королевства Авалон. То есть имеется в виду, что если я сейчас не возьму это задание, будет бяка. Правда, дорогие друзья? Правда. Тогда выбираем задание «Госпожа Удача». Компания путешественников отмечала на городской площади праздник удачи. Здесь были азартные игры, волшебные предметы на продажу и возможность узнать будущее. Авалон в восторженном ожидании, любой житель города мог посетить праздник и узнать, что ему сулит госпожа удача. Ну что ж, выберем с вами героя, примите участие в празднике удачи и лично прикоснитесь к таинственным струнам судьбы. И вообще пишут мне, что у меня достигла предел награда. Я вообще ничего не понимаю. В общем, дорогие друзья, думаю, мы делаем с вами правильный выбор. Если что, они загрузят то сохранение, выберем с вами другое задание. Ладно, кого мы с вами выберем? Время поставить все на кон. Удачи покровительствует сильным. Ну ладно, давайте уже выберем этого. Да. Давайте будем играть за рыцаря. Господи, за рыцаря. За прекрасного Адриана. Да, прекрасный. Мой. Авалон только и говорит, что о цыганском таборе, который прибыл прошлой ночью и разбил лагерь на городской площади. Цыгане, говорят, проводят праздник удачи, на котором любой желающий якобы может заглянуть в будущее. Некоторые называют этот праздник богохульством, но любопытство – страшная сила, и сэр Андриан тоже не может устоять перед искушением. Он решает посетить праздник, надев свое счастливое нижнее белье. Господи, ну вы реально торговцами, так это было бы не настолько пошло. Ну, прекрасный мой, да. Ну, если хочешь, мы пойдем к королеве, нет? Не хочешь? Или мы не можем пойти тут к королеве, нет? Не можем? Блин, обидно. Обидно очень, потому что можно было пойти к королеве и в конце концов, да, попросить еду там. Ну, к сожалению, это не предусмотрено. О, у нас тут прям столько народу в подчинении. Охранник, охранник. Он какой прекрасный мужик. Девушки тоже симпатичны, на удивление. Смотри, вот у тебя прям такие тут рекруты. Давай, 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 давай. Так, он хочет подобрать наряд. Самую счастливую одежду в гардеробе? Ты что, обалдел? Я тебя одевал, тут одевал, а он еще хочет мне наряд. Господи. Ладно, давай мы с тобой как бы выберем наряд. А, вот, кстати, да, выберет наряд за другого персонажа. То есть все есть. Ну, хоть вы кашу умеете готовить. Господи ты, боже мой. Ну, первый уровень. Первый уровень. Он сомневающийся. Ну, ничего, мы скоро выберем вам религию. И скоро выберем. Ну? Ну, по идее, здесь должна быть, в принципе, та же самая одежда, поэтому... Да... Так, косметика, одежда, поэтому, думаю, не знаю, есть ли смысл все это рассматривать. Ну, я говорю, мы можем выбрать вот эту, например, ему, чтобы он совсем так рыцарем казался. Ну да ладно. Считать, что мы ее действительно выбрали. Ну что, это считается? Прекрасно, выбрать, теперь я могу отправиться на праздник. Да, можешь, можешь. Отправиться на праздник удачи. Конечно же, давайте с вами сходим, почапали. У нас бодрости нет. Мужик. Стоп, 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 стоп. Давай, ты подремлешь немножко. А ты кто такой прекрасный? Носатый, конечно, оруженосец.
Слушай, какой у него, какая классная одежда у него, правда? Oh. Да, вот именно. Нечего. Все, давай, мужик, давай, спи больше. Господи, они так сладко спят. Господи, ты, боже мой. Оруженосец, а ты не умеешь готовить? Куда он удрал? Куда он удрал? Так, насколько мне память не изменяет, у нас есть второй этаж. Да, второй этаж. Мы тут тоже можем какие-то... Ну, указы мы и не можем раздавать, но размышлять о стратегии почему бы и нет. А, тут очень классный есть молитвенник. Вообще здорово. Так, знаете, обыграли. А, свечек так не хватает. Вот. Чё, спишь? Ну, спила. Тут можем потренироваться с вами, в конце-то концов, правда? Ведь, по сути, пока персонажи, допустим, выполняют какой-то квест, мы их параллельно должны с вами развивать по возможности. И это, конечно, ну, пытаться сделать. Иначе, конечно, да, это все будет плачевно. Подожди, мужик, а ты куда пошел? Аня опять застряла, что ли? Что? А, нет, подождите, я реально могу прийти к королеве? Здорово. Ну ладно, хорошо. Теперь понятно, почему у меня тут зависла вся. Давай, 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 давай. Топ-топ-топ. Нет, плащ классный. Жалко, что там больше с плащами нет. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Ага. Да, действительно, надо было торговцем играть. Отлично. Как тут шумно. Интересно, кто тут главный? А, кстати, по-моему, этот квест я реально выполняла этим. Подождите, а это не случайно... А, нет. Что? Распорядитель праздника Валерий? Валера! Привет, Валера. Спросите о празднике удачи. Давайте спросим. Валера, мне так нравится. Может, мне реально... Блин, вот если бы можно было бы, я бы с удовольствием... Ой, ты чё, раненый? Я бы с удовольствием передал бы имя этому зодчему. Чонси. Мне так хотелось бы, чтобы зодчего звали Владимир. Добро пожаловать на праздник удачи, сэр Адриан. Разумеется, мы вас ждали. Могу я чем-нибудь вам помочь? Да, ты мне нужен, нужно. Подождите. О чем нам нужно спросить? Узнать о празднике удачи. Давайте узнаем, узнаем, узнаем. Сейчас. Про колодец желаний. Я что-то не поняла. Про карточный, про шатер предсказаний. Отлично. Посетите шатер предсказаний, узнайте, что ждет вас в будущем. А еще вы можете получить гадание по руке. Я, кстати, вспомнила, я выполняла это задание тоже как раз рыцарем. Вот он, загадочный колодец желаний. Многие отчаявшиеся люди бросали в него монетки, моля смотрящего о мудрости, исполнении желаний или о несметном богатстве. Ага, что на этот раз? Испытайте удачу в кости. Ух ты, круто. Испытайте удачу в кости или карты за одним из игровых столов. Чуть позднее состоится особый турнир. Каждый, кто одержит в нем две победы, получит специальную награду. Хорошо. Гадание... Подождите. Подождите. Он же у меня как раз азартный игрок. Да? В азартных играх персонаж склонен делать высокие ставки. Ну, no problem. Сейчас мы все сделаем. Гадание по руке, по снижению цене. Таинственный колодец желания, азартные игры, с чего мне начать? Прекрасный мой. Мы сейчас сделаем с тобой прекрасную вещь, чтобы ты ни в чем себе не отказывал. О, я думаю, тебе понравится. Ну что ж, нам нужно выполнить задание, загадать простое желание. Давайте это сделаем. Где он тут? Колодец. Простое желание. Простое желание. Простое. Как ребенок, господи. Воды до наполнения. Какая прелесть. Ну что, получилось? Отлично. Заветное желание выиграть, да? Вне себя от счастья желание было услышано. Приободрень. О, как здорово. Может, это желание исполнено, да? Но что-то не вижу. Парада белок. Какой-то, а? Сейчас мы с тобой поиграем. Не подожди. Дать погадать на руке. Давай. Хотя я боюсь тебя в шатер отправлять. Но если что, у тебя есть меч. Если что, у тебя есть меч. О, варить можем. Давайте с вами потом сварим что-нибудь такое. Ага. Значит, нам дают варианты. В шатре клубится дым, сильно пахнет благовониями. Сэр Адриан видит в центре шатра женщину в длинном балахоне, которая сидит, наклонившись перед хрустальным шаром. Интересно, с вырезом, нет?
Ладно. Не поднимай глаз, она произносит. Хотите, я прочитаю вашу судьбу по руке, сэр Адриан? Простой вариант. Улучшенный вариант. Ну, нам скромность позволяет. Да. Ну, как это сказать, даже нескромность. Поэтому нормально. За 50 миллионов я погадаю вам по руке и расскажу все о ваших сердечных делах. Ну что, женщина в балахоне говорит: слушайте внимательно, сэр Адриан. Скоро вы получите огромное сокровище, которое вам не принадлежит. Смотрите, не упустите его, иначе потеряете друзей и останетесь в одиночестве. О, Господи, которое вам не принадлежит, не упустите его, иначе потеряете душевный подъем. Какая прелесть, но все равно очень круто. Ну, здорово, конечно. Так, теперь поиграем в карты. Ну, у него как раз желание, иначе у нас будет бякушка. А, да, забыл напомнить про успешность задания. Все задания начинаются с уровня серебра. Серебро, и там уже в зависимости от того, каким действием мы с вами будем делать, будет повышаться или понижаться. Да. Вот такие вот бякушки. Будем с вами надеяться, что хотя бы на золото мы выполним. Ты мой прекрасный. Я все думаю, стоит ему бороду делать или нет? Это же безобидное развлечение. Почему некоторые селяне настроены против этого праздника? Настроены, он уже в расстройстве. Играть вместе. Ну давайте с кем-нибудь. Если я лишь чуть-чуть подтолкну кость, блестящий результат. Да у тебя это болезнь. Так, давайте выполним быстро. Как раз от успешности тоже. И от быстроты у нас зависит то, как мы прокачаем... Как выполним это задание. На какой... Господи, забыл прочесть. На какую оценку, грубо говоря. Нет-нет, ты следует жульничать в этом турнире. Да ты один сидишь, играешь. Давай пригласим распорядитель порядка. А чё он держит это за селезёнку? Прекрасный мой. Я так люблю этот костюм, этот капюшон. Этот костюм, этот капюшон. Снова 4 валета, надеюсь, удача не отвернулась от меня. 4 валета, а это не кара случаем, нет? А хотя нет, они же не в покер играют. О, жульничать! Ну ладно, мы будем все-таки честно поставить на кон свою одежду. Нет, прекрасный. Давай крупную сумму просто. Делать крупную ставку. В первом раунде турнира победу одержит Шелдриан. О, если ему удастся победить еще раз, он получит особую награду. О, как здорово. Подождите, это чей кошелечек? Ух ты! Нет, все-таки ты. Как здорово, мне понравилось, так ручки так помахал. Невероятно, Серезрай снова побеждает. Ну, делаем крупную ставку с вами. Прекрасный мой, давай. А, он ему... Понятно. Добрая душа отдала ему все. Так, что нам нужно? Получить награду. У него, да? Нет? А, все правильно, у него и получить, да. Спросите здоровье, потом ты это сделаешь. Давай получим с тобой награду и все. Все, 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 все. Все. Я твое любопытство уже удовлетворила. Че, и ты желаешь теперь? Ну давай, 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 да, 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 давай, выполняй быстрее его. Выполняй. Быстренько, да. Типа, да, ты молодец, все такое, да, здорово, поздравляю, Адриан, возьмите эту статуэтку на память о нашем празднике, да хранит вас судьба. Отлично, и что нам теперь делать? Давай с ним поговорим. В конце концов. Ага, праздновать выпить бокал напитка. После всех этих азартных игр мне не помешает глоток Эль или чего-нибудь покрепче. Круто, выпьем с вами Эль. Здорово. Ты лишь бы только мне мозги не запудрил. А так, собственно, делай, что хочешь. Так, ну, друзей у нас тут мало. Ну что, Эля? Эля или вино? Эль же, да? А, бокал напитка просто, неважно. Эль вино. А как в одной бочке может быть Эль вино? Он что-то еще налил. Ваш персонаж готовит напиток в бочонке. Нет. Взять напиток, взять напиток. Бокал напитка, отлично. Сейчас мы все сделаем. Сейчас напьется, небось, где-то потом в этом будет валяться.
Под кустом где-нибудь. Присоединиться к игре. У нас все нормально с сосредоточенностью. Это хорошо, это влияет на нашу успешность. Хотя, мужик, пей быстрей. О, что может быть лучше хорошего предсказания? Расслабиться в течение 2 часов. Это как это так? Это что же нам нужно? Расслабиться и порадоваться по обеде на празднике. От Пегас замечательная награда. Нам что-то подарили? Ага, понятно. Я, честно говоря, проходила это задание, но уже не помню, что тут именно нужно делать. Как расслабиться-то нам, а? Расслабиться в течение 2 часов. Строгать ты можешь. Как нам расслабиться? Объясните мне. Я не помню. Играть с карты. Ну, он хочет поесть. Тут явно отправиться спать. Там есть место? Давайте пусть тогда он поспит. Расслабится. Чё, цыганки там это подвинутся, в общем. К ним рыцарь пришел. Лишь бы потом не это. А что это такое? Кислые? Фу, с кишель. Господи, я за него платила, это что такое? Ну ладно, спим дальше с вами. Расслабиться в течение 2 часов. Они дебилы, не знают, как выполнить это задание. Нам нужно расслабиться. Расслабиться — это значит что-то такое сделать, да? Может быть, спросить музыкальных предпочтений? Нет, не то. Нам нужно с вами как-то потанцевать, что ли, раз тут такой значок. Расслабиться в течение 2 часов. 2 часа, наверное, уже прошли, нет? Пока я тут с вами болтала. Наполнить кувшин, подать напиток. Они неугомонные. Раздать бедным. Ты мой прекрасный. Ты такой рыцарственный. Ой, похоже, на меня наваливается усталость. Это как это она наваливается на тебя? Так, сейчас он есть еще захочет. А давайте мы к этому сходим. Это вообще возможно, нет? Эй! Так, ну чё, мы можем сходить к этому, к нашему соседу, в это, поесть у него, вот. Он пока спит? Это же он? Нет? Подождите, это не он. А, нет, это он. Лавочник Фридрих, все правильно, приготовить еду. Ага. Ну чё, нам как там... А, вот, смотрите, все. Вздремнуть в кровати. Я не прочь вздремнуть. Ага, отлично. Вздремнуть. Точно. Ну ведь пошли в гости, а? Я думаю, он не подумает, что тут это кто-то такой бякушка пришел. Я думаю, ты меня примешь к себе. В конце концов, мы должны быть, по идее, друзьями. Как бы это все равно персонажи, которыми я играю, да? Хотелось бы, чтобы они какие-то хорошие отношения между собой имели. Ну, вот если уж так. Я могу это сделать? Давайте проверим. Я уже такого и не помню. Вообще здорово так. Как Сене. А он не заметит, да? Мужик, ты спи, я это... Чуть-чуть. Так, мы можем... Ладно, пусть он сначала поест. Бякушка, у нас падает сосредоточенность. Падает. Пожалуйста, поешь. Нам нужно задание быстренько выполнить. Отлично. И с силами нам нужно вздремнуть в кровати. Я не прочь немного вздремнуть. О, давайте мужика поднимем. Сейчас как раз светло. Отлично. Он сам встанет. Супер, здорово. О, а мы подремлем. Скажем ему привет, мужик. Вот оно, средневековье. Хотя, учитывая, что он торговец, он мог и двери запирать. А ты кто такая? По-моему, где-то я видел. Старая карга Гессия? Ой, правда старая. Ну что, правда, ну, платье вот это очень красиво, конечно, очень красиво. Ладно, давайте с вами вздремнем. После чего он должен почувствовать, что у него какие-то бякушки происходят. Я примерно помню это задание. Что это такое? Какая скучная еда. Ты что, обалдел, что ли, мужик? Я тебя тут, знаете ли, накормила. Не прекращай храпеть, Середриан переворачивается с боку на бок. Видение карточных столов и хрустальных шаров сменяются пещеры с огромной кучей драгоценностей. Среди сверкающих кубков и золотых монет видна чешуя спящего дракона. Сэр Адриан не может оторвать глаз от 2 роскошных самоцветов.
Ну что ж, какой мы с вами выберем, сапфир или рубин? Сапфир невероятных размеров, сапфир лежит на самой вершине кучи сокровищ. Шардариан может заполучить чудесный камень, если осмелится его стащить. А рубин? А если сэр Эдриан будет действовать осторожно, то, наверное, сумеет стянуть огромный рубин, лежащий у подножия кучи сокровищ. У подножия или наверху? Что вы думаете, а, дорогие друзья?